Maybe I, maybe you can make a change to the world, reaching out for a soul. It's kind of lost in the dark. Maybe I, maybe давай, you давай. Can find the key to to catch the spirits of hope, to save one hopeless heart. You look up to the sky with all the questions in mind. All you need is to hear the voice of your heart. In a world full of pain, someone calling your name. Why don't we make it true? Maybe I, maybe you, maybe I, maybe you. Ну, не смогла я, не смогла. Знаете, что тут можно сказать? Ты большой молодец. Как тебя зовут? Меня зовут Владимир Черноклинов. Я из города Ногинск, мне 14 лет. Крутой. Ты, видимо, рок-то любишь, да, наверное? Очень. Судя по инструменту, который ты держишь у себя в руках? Да, очень люблю. Очень любишь. Ты играешь в какой-то группе, может быть, у тебя есть какой-то бэнд свой? Нет, я выступаю сольно. Ах, сольно. И с гитарой? Да, на крупных фестивалях. На такие, крупных? Такие, как «Нашествие» и да многие, многие другие. Серьезно? Да. Да. Это как бы звучит как заявочка. Отлично. А что ты поешь, кроме вот этой композиции? Что ты еще любишь? Какие команды? Из западных Scorpions, опять же, Металлику. А из русских Ольгу Карамухину и вас, конечно же. И нас? Мне очень приятно видеть некого такого единомышленников вот в своей команде. Я тоже очень люблю рок-музыку, и я думаю, что мы что-нибудь такое и придумаем. Дальше, собственно, welcome. Володь, какой шикарный звук. Как поет инструмент. Угу. Просто можно еще пару нот, это просто прекрасно. Thank you.
чем-то на маленького Кузьмина похож. Да, Володя? Миленького Кузьмина. Да. Дорогой Володя. Володя, это здорово, я тебя поздравляю. У тебя, в принципе, уже есть профессия. Это... Не знаю, хорошо ли вообще быть музыкантом или плохо, вопрос философский. Но если очень хочется быть музыкантом, то поздравляю, ты им уже являешься. Ты большой молодец. Спасибо.